гноем и зайду. Вчера напоил. Вот видишь, не хочешь, чтобы я стала твоей законной женой. А кто о тебе позаботился? Ну, боже мой, что там было? Пол ведра крупника, квартет минный, да фляжка меда. Что это для двух здоровых лбов? Да-да, а в каждой фляжке четыре кварты. Возьму себе жену, когда захочу. А что ты холодный, как рыба? Из высокого точно, дома. Точно, я от тебя сбежала. Почему тебе из высокого рода? Я иначе родил меня. Только я могу заставить. Не топай. Только я. Ну ладно, ну где там посол? Совсем ты мне голову заморочила. Княже мой, опохмелись сперва, а то не поймешь ничего. А что такого непонятного может сказать посол от моего брата? Это смотря какой брат. Мои люди каждый день доносят оттуда что-нибудь новенькое. Твой братец совсем спятил. Верит в переселение душ, ищет философский камень. Разговоры ведет только о бабах и перешел в иудейскую веру. Какой горячий. Раввины вокруг него толпятся, субботу справляют. Ну, по-своему он правильно рассчитал. Неизвестно, какой на небе Бог. Если наш, он ему крест покажет. А если не наш, то и святых жен не постесняется. Как? Как перешел? Так, по главному признаку перешел. А вместо меда и вина пьет одну пейсаховку. Сведения верные. Челом тебе, ясновельможный, от не менее ясновельможного брата Мартина Миколая, неприкосновенный посол его державы Грабовский. Неприкосновенный или нет, это мне решать, что хочет брат. Брат просит напомнить ясновельможному о продаже белого коня. Сказал, продам. Слово князя и слово князя. Стоило посла гонять. Что еще? Судачат про взаимные ваши с братом подкопы. В знак своего к вам расположения брат посылает вам жалобу от кричевских мещан на его имя. А при чем здесь мой брат и кричевские мещане? Они просят, чтобы ваш брат отмолил у короля кричевское староство под его руку. Ну, отмолит, а я короля не послушаюсь. Что тогда?
А тогда, чтобы отбил их у вас. Тут сказано, что ты отдаешь староства и города чужеземцам, и что они, чужеземцы, не могут оберегать покой земли, ибо сами насилуют и грабят, и что это беззаконие, и ты на этом наживаешься не по мере и совести. Разбор тебя пишут хамы. Ваш брат передает эту жалобу, свидетельствуя тем самым свое к вам благорасположение. Что ты заладил? Расположение, расположение. Лучше брату скажи, чтоб пришел обратно то, что отрезал. Господа нашего Иисуса опозорил, сменял на писаховку. Пошел вон отсюда! Час тебе надейка почати, у злости помолчати, горе и беды не знати, добро наживати у весь долгий век. Все девки дрянь найдут, моя девка добрая деть, моя девка добрая деть, крути задом, як медведь. Ах ты, огрызок ты, блошиный. Ах ты, бормот. Ах ты, мочеморда. А ты на меня не кричи, не оседлала еще. Тебя оседлаешь. Одна попробовала так прямым ходом к Богу в рай. Ой, молчи уже, сама обсюганка. А еще завод мягонькая. Ах ты, бычок ты однорогий. Ах ты, шельма такая. Двор вдовы панцирного боярина Агны Ветер и сына ее Василя Ветра. А, того Ветра, которого ясновельможный князь Радзивилл звал к себе служить за ум и ученость? Двор того, кто отказался служить ясновельможному князю, чтобы обучиться еще лучше. Опасная ты женщина. Королю, а значит, князю здесь уплачено до последнего шеллига. Вам нечего здесь делать. Паны, арендаторы Ицковичи, Гдаль и Шмуйла, власть ясновельможного князя Радзивилла и над жизнью, и над смертью вашей владыки. Еще днем я думала, что Господь один над жизнью и смертью волен, а здесь, гляди, еще трое. Баба, не отведал еще этот двор плетей? А гость непрошенный не отведал безмена в лоб. Спокойная ты женщина, Ветриха. И комиссар наш без дела заскучал. Должно быть, и ему хочется на невесту поглядеть. А может быть, и чинш таки взять, а? Чинш уплачен. Будете второй раз брать? А квитанции есть? Ой, хорошо, хорошо. А квитанции есть? У нас всегда на слово. Это раньше было на слово. А если оно... на кресте был. Иди сюда, пес. Будет тебе чинша два чинша.
и тебя, и твоих феферов. Витыми веревками гадить заставим. Где твоя власть, комиссар? Здешние шлюхи, самодайки. Панов своих. Арендаторов от Радзивилла оскорбляют. И кнут, и молот. У кого деньги? Мы их сейчас погреем. Ешьте. Спасибо. А что здесь у вас? Сын давно не был дома. Предсвадебная ночь. Им весело, мне тревожно. Подкрепитесь. Не надо. Скажите сыну, что его ждет один человек. Вочила. Хорошо, что ты приехал. У меня радость, дружище. Какая радость. Мы начинаем, ветер. Кто да кто? Я. Стоясь Бачко, Иван Карпач. Род славный. Род подобный твоему. О, еще твой двоюродный. Васка Ветер. Васка? Ветрогон? Ты должен быть в Кричеве. Ты хорошо грамотный человек. Трудно без тебя. К тому же тебе верят мастера-оружейники и многие другие добрые люди. Когда? И где тебя ждать? Ты старше меня, Вощила. Но мудрость Божья на всех одна, и она не в том, чтобы лилась кровь, а в том, чтобы еще как-то жила любовь на этом свете. И даже на этой несчастной земле. Я пойду с тобой и погибну в первом же бою. Потому что теперь я не могу убивать никого. Не могу. Пусть будут прокляты все слова на свете. И эта твоя грамотность, которая нам так нужна, пусть будет проклята. И пусть будет проклято все, что делает из мужчины торбу с требухой. Я не думал, что может быть такой человек, который тискает жонку, когда братья его тискают клещами, который глядит в небо, а народ его в это время смотрит в глаза палачам и думает последнюю думу. Кто ему еще ткнет пику в бок? Черт с тобой. Твоя душа горит от позора, а спина от батагов. Только кровь польется, не разбираясь, чьих жил она течет. И затопит все. Да. Не разбирая, кто князь, кто раб. И если раб, только этим может доказать, что равен князю пред законом Божьим, пусть она прольется!
Господи. Учитель говорил мне, что человек создан для любви. Для любви. А ты, мать Агна, захотела уже забыть, как погиб Юрась Ветер, твой муж. Помнишь? Я помню. Помнишь, как они пошли говорить о правах, завоеванных и отобранных? И у крыльца у них потребовали первого унижения. Снять сабли и выпрячь коней. И они сделали это, чтобы войти. Не надо было им этого делать. Им надо было. И они пошли. Им плевали в лицо. И кричали, кто смеет говорить со шляхтой. Голодранцы и панцирники, гоните их. Колите их пиками в сады. Но никто не посмел к ним прикоснуться. И тогда Юрас сказал, все от Адама, но мы добыли свою волю мужеством, а вы развратом и грабежом. А ночью они зажгли дом. Мать, мы не можем жить все время в крови. Душа захлебнется в ней, если не откроется другому. Ведь ты же приняла в свое сердце Надею. Это и есть начало другого. Продолжение жизни, продолжение рода. Но ведь это же должно быть. Должно быть. Слышишь, как они поют? Завтра я поеду к Радзивиллу. Он человек образованный. А учитель мне сказал... Смотри! Что это? Глаза. Глаза твоего учителя. Нам не дали поднять их из пыли. Отогнали кнутами. Их вырвали радзивилловские прислужники за то, что он читал книгу на белорусском языке. Спаси нас, Господи. Что он читал? Библию. Он хотел любви. И один такой, что дал себя распять за всех нас, сказал, нет любови больше той, как если кто душу свою положит за друзи своя. Это не вся правда. Я жалею, что моя нога ступила на эту землю, в дом предателя. Я ел и пил у тебя. На! Что мне это, мать? Но за что? Они убили учителя, значит, я должен учить за него. А не громоздить горы трупов с пробитыми черепами. Да, я дал слово прийти, когда позовут. Но ведь слово — это правда перед людьми. А любовь — это правда перед Богом. Но ведь не может любовь нести смерть. Воины Бога пришли за мной. Как половодье близились они. Спаси меня, Боже. Как лавы росли они. Как солнце в час смерти росли они. Твои глаза. Глаза Надеи, глаза Учителя. Были очи их. Как сухая трава. Что мне делать со всем этим? Были волосы их. Как половодье близились они. Мать Агна. Спаси меня, мать Агна. Встань на колени.
во имя Отца и Сына и Святого Духа. Зачем ты пришел, человек? Беги отсюда, пока не поздно. Я прошу тебя, иди. Я прошу тебя именем матери твоей. Так она сама и прислала меня сюда. Сама? Ешь, человече. Не умываться. Лик человека. Лик Божий. Братка. Брат, так значит, ты ничего. Как же так? Я же гнал тебя. Братка, что же ты натворил? Ты же сказал, знаю. Я же прокаженный. Дай руку, брат. Ну, дай. Успокойся. Давай закончим эту вечерю на равных. Теперь я такой же, как ты. Не могу обнять мать, поцеловать жену, подать руку другу, но это ничего. Иногда человеку необходима безнадежность и мужество. Прошло время, и я увидел у себя на плече белого мотылька. Я пошел к Войту из Кивоверца, попросил клочок земли. А он донес на меня комиссару, служке Ицковичей. Хату окружили. И подожгли. Отец кричал, сын. Папа кричал, дочка. Вот и порядок. Сердце коня и рвется. В сердце конника боль. Родзима твоя продается. Кожный псяр над ее и король. Продаются жанши наших вотчи. Продаются колыска и храм. Продаются усім. Хто захоче, ворогу і хтівим сябрам, продається з безмешком дубовим, з протковим очагом, продається з золотом мови, з билим і будучим днем, і кожний боїться хоч слова у оборону її сказати, ти як, на якій такій мові.
на чужой, на собачьей пся мать. Продается вся и по частках, за гроши и на повер. Иде скажут айчина, там пастка. Иде скажут Христос, там звер. И сумление, и воля святая дрыжать на пошней струне, что там неде землю растинае. Гэта расте гнев. Люди! Это Василь Ветер! Панцирный боярин и ученый! Он с нами! И мы сильны! Он наш! Назад! Назад! Люди! Слушайте меня все! Отправляясь на трудное это дело, перед Богом и святыми, и людьми, и землей дал я страшное обещание. До самой нашей победы или до самой моей погибели никто не должен прикасаться ко мне. Никто! Ни один человек, кроме меня. Кроме меня. Только я имею право прикасаться к нему, подводить к нему коня, подавать ему воду. Только я имею право даже раненого его вынести с поля боя. Только я. Кому я прикоснусь? Или кто прикоснется ко мне? Кроме нее. Тот человек умрет. Кто изменит нам или предаст? На того я положу руку, и тот человек погибнет. И клятву эту скрепила моя мать. Чем вы докажете это? А зачем доказывать? Во-первых, человек может сгнить и через год. А во-вторых, кто же это осмелится для того, чтобы только доказать убить человека? Ну, это смотря какого человека. Этого туда. Пан, какое? Какое имеете право? На плаху захотели? Он приводит псов к нашим хатам, и они жгут их вместе с людьми. Он всюду рыщет, у него собачий нюх. Он доносит! Доносит, но, может, это его долг. Да, да. Ну да. Он же обязан следить за порядком. Да-да, за порядком. Он же следил за порядком, когда просто так, на всякий случай, приказал сжечь дом, жену и детей бедняги прокаженного. И он кричал их голосами. Он научился. Кому прикоснусь, тот падет. Нет, нет, не смеешь поднимать на меня руку. Нет! Прикоснись, ветер, а потом я. Именем Бога, не трогайте меня, грязные свиньи! И рука моя несет врагу смерть. Только от страха. Проще.
Пёхур, садись и пиши. Покончить надо с этим пьянством. И пусть помнит, что мы это сделали. Пишу. Безжадный Клеменций мой, яком родивый. Так, пьянством бабовенных се, яко на жульнерским и негодным свиньям налогим, не иначе, як и баташками короли. И по-холопски то же самое. Тех же, кто пьянством балуется, как незаконным и беспутным делом, не иначе, как батагами карать. А похмелиться бы тебе, княже. Ты что, мы закон приняли, а ты с опохмелкой. Пока не подписал, это еще не закон. Выпей, а потом подпиши. Это удобно. Поубивай врагов своих, а потом издай закон. Убийство карается смертью. Обратной силы закон не имеет, и людям страх, и тебе спокойно. Ладно, дописывай. Да. Что дописывать? Там уже кого как карать. Не-не-не-не-не! А ты что все время перед моими глазами вертишься? Хцен быть завше на услугах ваших ксенженцей мощи. Венц яст ему на видоку. Хочешь быть мне на виду? Повесь его перед окнами моей спальни. Пусть посмотрит, как мы с тобой развлекаемся. Майна Зюс, Алиция! А для Кричева что? Ну, распорядись там как надо, а? Вои Бога, пришли по мене! Яны пришли! И не засмутилось сердце мое! Яны пришли, и не задрыжали колени мои. Темра была вокол, и у темры горели лики архангелов. Як поводка наближались яны, як лава росли яны, як ураган росли яны. Як сонца в годину смерти росли яны. Очи их не были, як чорный огонь. Волосы их не были, як сухая трава в огні. Як вежи под час пожару были их не крылы. Як расплавленная сталь были их не мечи. И раскрылось небо, и пожар был за спинами ихними. Али не трепеталась душа моя?
будет битва. Они полягут или мы. И каждый будет нас проклинать. Но звезды. А что звездам до этого? Пройдут тысячи лет. Что здесь будет тогда? Наверное, никто не будет отбирать у другого хлеб и волю. Не будет большего, не будет меньшего. Не будет Эллина и не будет Иудея. Каждый язык станет панским. А тот, кто стыдится его, того забросает грязью. Не может быть, чтобы они не поняли нас. Не может быть нас, обездоленных и оболганных. Они же будут как боги. Как лебеди. Они будут как люди. Ой, ворюги. Взята Гиберна Строфима Грязного. И снова взята. И снова взята. Так это и есть три шкуры драть. Кажется, это двоюродный твой гуляет. Он давно к жидам подбирался. Ты что говоришь? Он хоть и шалопай, но не зверь, как смеешь. Пока ты по округе ростовщиков громил, да расписки кабальные жёг. Васка здесь гулял. Это... Что тут такое? А, там жидовский шабаш, а тут чернокнижный. Поджигатели темные. Лишь бы до браги дорваться. Как же я не хотел. И нет дороги назад. Теперь же хоть и блевать хочется с ними. Как же я не хотел. Они Мэндла Кеймаха били. И кузню его хотели подпалить. Запиши это. Пускай знает о нас всю правду. Здорово, братка. Здрасте, теплой компании! А ну, налей. Всем налей! Погуляем, хлопцы! Я за краденое не наливаю. Это у кого краденое? У этих пейсатых разбойников? Честно, отнятое. Это ты у кого отнял? У Искоричей? У Искоричей снимешь! Ты же у Ёскиных детей взял, которые сало съедят втихаря, если дадут, чтобы с голоду не подохнуть. Так это правда, двоюродный брат, что ты у богатых жидов деньги вымогал и говорил, что тогда погром от них отведешь? Это ты? И твои люди подожгли жидовские дома? А что? Что? Кровопийцы! Блины! Все под корень! И теперь про всех, про нас будут говорить, что мы погромщики и вымогатели? И даже над страшной могилой нашей правду никто не захочет сказать, потому что испугается, чтобы их не посчитали заодно с головорезами? И все это ты натворил. И что, не брезговал? Пил одинаково?
из рук этого бедняги и этих вшей Гдалей Шмойлы? Ну да. Пил. Белорус. Оббивал нищего еврея. И брал подачку из рук врага. Василий. Дай я пожму твою руку, брат. Василь, на! Возьми! И немедли со мной! Убей сразу! Чтоб не видели мои глаза, как брат убьет брата! Гасить надо ветер! Сейчас ты пойдешь тушить пожар. Ты будешь ставить вместе с людьми новые хаты. Ты никуда не сбежишь. И примешь самую смерть вместе с нами. Если ты убьешь не в бою, и если ты хоть раз отнимешь жизнь, нет, жалкую кровлю или кусок хлеба у несчастного, то клянусь, тогда ты подашь мне свою руку. Брат. И бог, батька. Что камень лижете? Сладко? Так деньги вышибали, что до бунта дошло. Сколько лишнего взяли? Солнце наше ясное. Ей-богу, лишнего не взяли. Реши, зачем тогда в аренду брать, если самому выгоды нет? Так это для того, чтобы вам забот не было. Повешу за ноги. Ну, приторговывали. Сколько тысяч в карман положили, а? 10, 15! 20! Ну, половину из них на коленях подносим вам, Соломону мудрому наших дней. Ну, я ж понимаю, и вам тоже надо. На кугель, на рыбу. Дай расписку! Делиться будем. Миллион пополам. Какой миллион? Где вы видели тот миллион? Да или нет? Ищи у курицы рога. Не могу на тебе жениться, душка. Ну почему? Жена сбежала. Придет время, возьму себе такую же. Из высокого дома. И та сбежит. Два мокрых полена не горят, сухое надо. Тогда еще может кое-как. Не могу. Мне от женщины нужно послушание и порядок, как на Немеччине. Там закон, там войско. Deutsche Geist und Deutsche Stuhl. Тоже мне немец, как и Вайберхельд, и Вайберфайнд. Ты не немец, не поляк, а здешнее дерьмо. На 1,5 миллиона больше взяли. 1,5 миллиона выбили. Взяли, а мужицкие морды дали. Всех на крюк за ребро. Добровольно отдавать евреям мои деньги, а потом в бунт. Вот люди. Да, сначала к брату вашему убежать хотели. Верные подданные. Отправляйтесь с ним вдвоем и выведите эту заразу с моей земли. И чтоб, когда я захотел на это посмотреть, чтоб вдоль дороги одни стояли на коленях, а другие торчали на колах. Ну, там разберитесь, кого куда. Донован!
Донован, мой верный Донован. Ой, Кощу, мой Кощу, чаму ж ты не весел? Чаму ж ты, мой Кощу? Я думаю, просто. Надо сменить арендаторов, сменить власть, изменить способ сбора подати. Вот что я скажу. А ты что при одних, что при других? Налижешься и конец. А ты не каждый день пьян. Но ты от распутства пьян. А я от жалости к людям. А ты как? А? Сколько дней покойника не отбивал, пока тебе мерку пшеницы не собрали? Выплакали по соседям? А? А покойник лежал непогребенный. Ну, лежал. Лежал? Лучше бы я с бесом пил, чем с попом из бесовичей. Заклею твой образ, чучело ты ходячее. Попробуй, осел Валаамов. Ой, Кощу, чаму ж ты не и шла война, война и шла, Анилка железной корой поросла. Железною кривавою сталевою и ржавою. Над бором, над полем, над виром крумкачи пророчить беду, брат. Железной ступой кирасирой на Беларусь идуть, брат. Зихотять гарматы и латы, але грозно рыкая земля, брат. Скача грозный конник от платы, уй, окаянный магнат кат. Прикипели до шабля в долоне, встал на почвару Давид, брат. Ураганный бог жаху конник, сколь, захребетник, магнат, кат. Конник зломить приблудов колоны, ён проломить чужинцев сталь, брат. Бог отплаты, бог помсты, конник. Вы, проклятый магнат, кат. Над лесными темными шатами, над обшарами родной земли, брат. Грукоча конник отплаты, выйти, каты, паны, короли, брат. Конник вечности, конник бессмертия, солнце светлого добрый сын. Хай яны поспробуюсь нас жарти, подавятся все, и як один. Это королевским магнатским воинам оружие освещать можно, а не мужикам, которые без пана магната. А что же, бог с ними в тот час, коли у хама полно колбас, а коль сало хам не даст, так и бог его продаст. Не богохульствуй! Огнем это пахнет! Освещение оружия! Что тебе в них? Они над нами смеются. Поп не петух, не поев, не поет. Так это про тебя. А я как петух пою натощак. Ну, дождемся святого слова, или мне вас по спинам благословить? Вот.
Тесь, ты хорошо грамотный, почти как ветер. А будет ли нам польза, если мы обратимся к единоверцам? Не имеешь права мужикам оружие освещать. Донован идет. Откликнутся ли Московия и Украина? Я теперь в одном прок понимаю. Вооружаться. Пока Радивил две войны ведет, он не сумеет собрать против нас большую силу. А мы тем временем укрепимся. Укрепимся. При Хмельницком восстала вся Беларусь. Лучше потерять жизнь, чем совесть. Тогда с нами были казаки. И все же нас разбили. Может, мы не продержимся и месяц? А вдруг? Память у них кошачья. 50 лет назад разбили Харуевка-Ножецкого. Били и Агинского. Били. И Бжеленского. И каждый раз людям становилось чуть легче дышать. Вот так и живем мы, белорусы. Я посылаю вам еще 400 от Пиджетского. Мы будем у него. Глупое дело вести несколько маленьких войн сразу, но приятное. Гонцов с известиями посылайте к нему. Я вой. Раймунд. Подойди. На. Как было? Господи, Боже наш, Боже сил, сильны в крепости и крепки в бране, отроку твою древле Давиду, предивную силу, побеждению противного хульника, Голиафа даровавый, ты ныне милостивна, прими смиренные мольбы наша, и на оружие сей небесное твое благословение не спасли. И рабом твоим сим, сия носите ко укреплению и заступлению церкви твоей я святые, сирых же и вдовиц, и на земле сущего святаго достояния твоего, желающего силу и крепость подажды, и сопротив всякому вражу и ополчению, сими грозно и страшно сотвори, и победоносно всегда, в славе твоею яви, ты бысь крепость и утверждение наше, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
ополчение с имя грозное, страшное сотвори. И победоносно всегда славу Твоей яви. Ты будешь крепостью утверждения нашей. Тебе славу воссылаю Отцу и Сыну и Святому Духу. Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Серьезно, за крич возьмется. Теперь только береги шкуру. Господи. Как они нас, отец? Раймонд. Как молотом орехи. Только кирасы трещали. Телами висли на нашем оружии. Смели. Массой задавили, и ни капли страха. Мой полк. Это не люди, Раймонд. Это демоны. Я умру в своем. Церковников никто не тронет. Грех. И мы пойдем, куда захотим. А коней брошенных много. Боже. Боже, помоги мне. Помоги. Где Надея? Бог знает. Где Надея? Бог знает, где, сынок. Ма.
войско Радивила собирается. Большее, чем у короля. Ващила, вы должны взять замок и укрепиться. Чтобы говорить с Радзивиллом, вы должны взять замок и укрепиться. Надо это сделать, Ващила. Пока с вами ваша удача. Пока вы чувствуете вкус победы. Пока с вами ваша сила. Разбили мы их на две половины. Как перца с редькой съели. Пока с нами, святой Юрий. Спасибо тебе за сына. Господи, спаси и помилуй нас. Господи. Матерь Божья, какая смертная тоска. Я даже смерти не имею права искать. Еще и эти здесь. Отец, пришла наша смерть. О, Боже. Не трогай их, брат. Я пропойца и гуляк. Не было ты, об которой я не терся. Бочки, которые я не обцеловал бы. Лужа, в которой не валялся. Мы, белорусы, все. Без меры. Но каюсь не в этом. Как мне быть, когда тут пожар и погром стоят перед глазами? Я словно в дерьме, и нет мне прощения. Никто не скажет. Никто не скажет, что я сегодня плохо дрался. Стихло. Я снова слышу голоса людей. Вижу их светлые, чистые глаза, кровавые, хриплые рты. Мы люди. Мы люди. Люди! Гоните их прочь. Гоните их с нашей земли. Вон из нашего храма. Пошел! Пошел! Thank you.
Ох, погуляем! Святый Господи, и праведницы сияют, как осветило. Усопшего раба Твоего упокой, презирая ему все согрешения. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пресиятельно и единого Божества благочестно поем, вопиюще. Свят еси Отче безначальный, собезначальный Сыне и Божественный Душе. Просвети нас верою Тебе служащих, и вечного огня исхитим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, чистая Богоплоти, родшая во спасение всех. Ею же род человеческий обрете спасение, Тобою да обрящем рай. Богородица чистая, и каждому из нас своя тоска. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аминь, аминь, глаголю вам, яко слушай словесе моего, и веруя пославшему мя. Им от живот вечный на суд не придет, но придет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час, и ныне есть, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавша живут, яко же бы Отец имел живот в себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст ему и суд творить, яко Сын Человеч есть. Не делитесь и сему, яко грядет час, он же всесущий во гробе. Услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая, воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. И
вас о себе творите нечисто же, я коже слышу сужду, и суд мой праведен есть. Вечная память, вечная память, вечная память. И вось пришел до его прокаженный, и молячи его, и ставши перед ним на колени, каже ему, коли хочешь, можешь меня очистить. Иисус злитвался с его, узнял руку, кранул его и сказал ему, хочу, очистися. После того слова проказа отошла от его, и стал он чистый. И глянувши на его сувора, Иисус отослал его и сказал ему, гляди, никому ничего не кажи. Дядька Ветер. Дядька Ветер, я хочу его спросить. Как пишется, безнадежность или безнадежность? Без. Надежность. Святая Богородица. Все прахом пошло. Я виноват. Покарай меня. Покарай. Идите. Я задержу их, Василь. А потом за вами. Идите. Кажется, отвоевался. Начинаешь воевать. Беги. Нет. Это конец всему. Нет, Ващила, нет. Ты еще вернешься. Ващила, я не требую от тебя клятвы в любви к Кричеву, к Посожью, к Поднепровью, ко всей нашей земле. Я только хочу спросить тебя. Не напрасно ли родили нас наши матери? Уходите. Уходите.
сынок. Пришел снова в синагогу. Там был человек. Боже. Надея. Надея. Везли в крышу полонных скутых. Повсюль, як страшные сны, глухие и безнадейные пожары вёсок ночных. Панство собрало силу, и там колесо жараки железом своим раздушило яно мужиков полки. Не было у те дни адлиги, але у перший раз на земли от крыви нашей волненной крыи пассажи у Днепро поплыли. И утекали люди по звею, а вокол снеги и льды, и завея, 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 завея космами снегу лизала, зализывала их следы. Oh,
Внимание! Апёхур! Ну, чтобы никто не надеялся и не кидался, потом без толку в ноги, скажу сразу, что все вы умрете. Но посмотреть на вас даже удовольствие. Какой подбор! Апёхур! А как бежали? Вон тот без языки до самой Московии успел. Ващилу под Киевом схватили. Мы послали просить, чтоб выдали. И в Москве, и в Киеве. И здесь все во враги. Уж лучше умереть? А? Молчат. Что мне нравится в этом народе, Пёхур, так это чувство языка. Почти как у немцев. Alles wie deutschen Volk. Пока есть язык, есть и чувство. Нет языка, нет и чувства. Я знаю тебя, спаситель Ващилы. С тобой разговор особый. Они, понятно, они черни. Но ты книжник и с убийцами. Дикари. Они же вместе с долговыми книгами жгли все остальные. Что же, если их вынудили? По темноте своей некоторые из них думали, что все, что написано, обман или подлог. Но это потому, что у них отобрали свет, вы отобрали. Так с кем мне быть? С дикарями или с тобой? Я мог бы им сказать, вы мне чужды. Чужды со своими погромами, ненавистью к книгам, и это была бы правда. Но скажу я это тебе, князь. Чтоб запомнил ты это на всю свою жизнь, проклятую Богом. Меня, как и тебя, создал Бог. Сатану Бог не создавал. Что вы пристали? Что вы к нему пристали? Я ветер. Все знают, что я Василь Ветер. Ты не Василь Ветер. Василь Ветер он. Ты Васька! Ты громил, а он думал. Ты только дубинка в руке, а наихудший он. Ну, выпьем. За кого будем пить, Ветер? Может, за него? Пить это пса. Вы любите кровь. Вы ее и пьете. Я пил и пью наилучшее вино. И буду его пить, когда тебя уже обглодают черви. Когда ты... И все же ты человек, Радзивилл. Или когда-то был им. А значит, и для тебя будет Божий суд. Пекло, минута смерти, когда уже ничего изменить нельзя. Не знаю, не знаю. Я немец. По своей охоте, капризу и убеждению. Но последней каплей своей белорусской крови я помню правила моего народа. Предательство принимают. А предателя вешают. На крюк его за ребро. Не заплачу я! Не заплачу! Всемогущий, истинно твое лето, и милости твоей молю в час мой последний. Прости меня, Боже. А может, еще поживешь? Увидишь свет, жизнь. Разведешь детей. Ты же здоровый мужик. Ты почему молчишь? А? Ты почему?
почему не пляшешь? Вот, смотри! Ля-л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 я. Мои правила таковы. Псы у меня хорошие, отобьешься, отпущу, чтобы люди знали, что Радзивилл не зверь. Ну, посмотри на друзей своих. На поля, на собак, подумай. А вот сейчас молчать уже невежливо. А все уже сказано. И нет ни лиц, ни слов. И нет людей. Пускайте! А ты привыкай, привыкай. Волосы ихние. Погостите. О, ясновельможный пан. Спасибо. Поучили нас. Спасибо. О, спасибо. Погостите, а? Немного. Погостите. О, погостите. Тебя не буду. Ты лучше, чем они. Ты честный палач. И тебя не буду целовать, князь Героним Радзивилл. Я тебя оставила, чтобы сказать, что жизнь иногда может быть хуже смерти. Пошла прочь! Гоните ее! С тобой будет вот что. Одна жена уже сбежала от тебя. Сбежит и вторая, и третья. Все с позором для тебя. Ибо Бог проклянет чрево каждой на то время, когда она с тобой. И как смердящая крыса будешь бродить в своих подвалах, где скелеты замучены, бродить и смердеть, и выть на луну, и подыхать без единой живой души рядом. Взять! Взять! Никто не прикоснется ко мне. Видите? Это белое пятно. Как мотылек. Белый мотылек смерти. Как мотылек, белый мотылек смерти. Я же облизала вас, как бродячая сука. Я сука. Вы отняли у меня моего щенка. Мой мальчик погиб страшно, но среди родных и любящих его, потому что мой мальчик человек, а вы крысы. Идем, мой мальчик. Ты в сердце моем. Идем.
Яны пришли и не задрыжали колени мои.